Но заканчивать ремонт многоэтажек в Красноярске, похоже, тоже будут в следующем году. Работы по капремонту в 70 домах планируют перенести. Чиновники объясняют, стоимость ремонта оказалась выше, чем планировали. Но в следующем году власти выделят больше денег и многоэтажки отремонтируют. Успеть могут и в 2019-м. Правда, тогда совету дома придется доплатить разницу. Тогда они попадут в программу этого года. Но пока на это согласился только один дом на Красноярском рабочем. Там жители взяли 500 тысяч из фонда на текущее содержание дома. На текущий момент у нас 479 домов законтрактовано, 289 домов – это фактическое присутствие людей на объекте, на объектах. Также есть отставание от графика, у нас по графику должно быть порядка 350 домов уже выполняться в присутствии людей. Проблемы существуют, есть и где-то проблемы с материалами, где-то проблемы с людьми, есть допуски, недопуски.